решила впустить в свою жизнь что-то новое. И это новое сейчас находится вот здесь, вот в этой коробочке. Варган лист. Да. От Эльдара Гимадиева. Сегодня пришли два варгана. Это у нас варган лист вот с таким замечательным чехлом. Ну и варган самолет. Вот такой потрясающий языческий. Это у нас Мехабет. Ну посмотри, какое исполнение красивейшее просто. Всем доброго здравия. Сегодня я хочу поделиться с вами своей радостью. Мне пришла вот такая замечательная штука в таком вот замечательном чехле, не менее замечательный варган. Ильдар, большое спасибо тебе за варган. Жизнь меняется, настроение меняется. Мы медитируем. Друзья, привет! Я сегодня получил замечательный варган от Ильдара. Вот, буду учиться. Моя мечта сбылась. Он пришел. Посмотрите, какой он красивый. Теперь я тоже буду играть. Ильдар, большое спасибо. Ты меня спрашиваешь, что за инструмент у меня появился. А это варган. Чудесный варган-лист, который я заказала в Казани. У него он с магнитиками для изменения тональности. Круто. Магнитики для смены тональности. Он может звучать разными звуками. Когда я беседовал с Эльдаром в переписке, и он узнал, что у меня грядет день рождения, он сделал хорошую скидку. Но кроме этого варгана пришли еще сопутствующие маленькие, но очень приятные подарочки. И подарком еще чай. И аромат. Но самое, что интересное, да, самое офигенное, то, что вот такие вот потрясающие варганы исполняет Эльдар Гимадиев. Я не первый человек в Мордовии, который заказывает у Эльдара варганы. Тоже все очень довольны, все рады. Ну, действительно, это шикарная вещь, просто шикарная. Еще раз, Эльдар, огромная тебе благодарность. Всем тем, кто меня смотрит и раздумывает, какую модель выбирать, рекомендую. Есть еще и другие модели, кому какая в душу западет. Рекомендую Эльдара.